Несерьезное занятие для серьезных людей. В минувшие выходные сотрудники МЧС попробовали себя в роли искусных скульпторов. В парке Степаново прошел ежегодный конкурс снежных фигур. Замечательный конкурс снежных фигур, посвященный году гражданской обороны. Мероприятие проходит активно, многие пришли с семьями, организована каша. Все работы посвящены году гражданской обороны, свободе фантазии, творчеству. Детишки радуются, всем очень все нравится. Главное оружие сотрудников МЧС в этот день – лопатки и баллончики с краской. В конкурсе несколько номинаций, есть где разгуляться. Фантазия спасателей не знает границ. Здесь можно увидеть и миньона в респираторе, и креативный снежный торт. Одна из самых больших и, пожалуй, проработанных до мелочей фигур – паровоз. Из трубы даже пар идет. Ну, из навала снега сделали паровоз. Наши товарищи, группа поддержки под Озерской. Потом немножко гуашью его покрасили. Вы знаете, как бы наш паровоз вперед летит. И вот как бы празднуем 85 лет гражданской обороны. Немножко связано, будем так говорить. Немного фантазии, и обычный сугроб превращается в произведение искусства. На площадке представлены и целые композиции снега. Например, это называется «Дозаправка». Это как-то ближе и к сердцу, и к душе. Вот, поэтому мы решили изобразить из снега пожарную колонку и дозаправку воды от нее. Это все было сделано отдельно. То есть отдельно колонка, отдельно крышка от люка, крюк и немножко фантазии. Победителей торжественно наградили почетными грамотами. У горожан и гостей парка остались считанные дни, чтобы полюбоваться снежными арт-объектами, пока они не растаяли. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.